Здравствуйте. А вы работаете или нет? Слушайте, а кофе сможете сделать или нет? Без каких-то проблем. А один эспрессо, если? Не возникло подобного. Я шучу. Сделайте, пожалуйста, один эспрессо. Вы знаете, я здесь посижу, да и пойду дальше. Зайти внутрь здания и пройти. Вы проходите, вас никто не останавливает. Это мне надо прямо идти? Я просто здесь зашел, да. Да, я просто я даже... Я здесь не работаю, но давайте попробуем что-то посмотреть. Да, слушайте, я не знал, что здесь еще... Слушайте, простите, пожалуйста. Вот большой зал. Да. Там, наверное, по-моему, очень интересно. Не, ну архитектура интересная уже. Вы можете заглянуть в тот зал, который видите, открывает дверь посередине. Он самый красивый, я увидела. Простите, это... Вот смотрите, за ресепшн направо. Спасибо. Там какое-то мероприятие. Спасибо большое. А я думал, это просто там уже заканчивается пространство. Я не понял, что здесь еще проход вот направо. Нет, там, ну видите, я растерялся. Спасибо. Спасибо. Ой, как красиво. Куда же? Один дверь закрыта. Я опять это растерялся. Вы не пойдете? Я не могу. Спасибо большое. Давайте я вас пропущу. Спасибо. Студии с акцентом, с киношкой, которая...
которые прописаны в Москве и Санкт-Петербурге, и 2500 студий, которые прописаны в регионе. Но общий объем финансирования их студий в 25 раз меньше, чем московских студий. Безусловно, это логично. Понятно, что 500 против 1800 вместо 2500. Вот. Соответственно, студий больше, а финансирования много меньше. И постоянно действующих студий из этих 2500 очень мало, потому что не системное финансирование, кадры уезжают, ротация кадров, нехватка технических возможностей для съемок. Поэтому мы считаем, что это все-таки цифры, это баланс, это пропорция должна увеличиваться только региональному кино. Мы своим небольшим объемом 200 миллионов рублей, которые нам дает государство, не в силах эту тенденцию изменить, но те механизмы, те проекты, которые мы поддерживаем, они все-таки формируют какую-то и среду, и экосистему, и возможности для тех региональных студий, о которых мы говорили. Собственно говоря, наша задача правильно выстроить дорожные карты, и чтобы регион, если хочет тратить деньги на кино, чтобы учитывал этот баланс интересов региональных студий при всем том, что происходит.
Серега, посмотри, послушай, приходит ли к тебе что-нибудь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. А? Нормально? Спасибо большое. Я везде прошел и на всех этажах побывал. И там такая девушка милая, она мне сказала, говорит, иди, да я даже там, где лекцию читаю, туда даже заглянул, там такая темнота, даже туда зашел. Да, замечательно. Девушка милая на ресепшене, которая? Да, да, такая очень симпатичная, между нами говоря. Такая она, да, да, да. Ну, все благодаря вам. Вы, так сказать, меня... Всего лишь моя работа. Спасибо большое, да, до свидания. Спасибо. Спасибо. А до скольки вы работаете обычно? А до скольки работаете? Выходные дни до 12. Ага. Хорошо. Спасибо большое. До свидания.